and our technical panel representing the International Skating Union, technical controller Alexander McKernan, technical specialist Gilberto Vigatana, assistant technical specialist Constantine Austin. Здравствуйте, уважаемые поклонники фигурного катания. Мы с вами дождались. Начинается очередной сезон, сезон предолимпийский, который обещает стать еще интереснее, чем был год предыдущий. Дело в том, что наконец-то доросли до чемпионатов Европы и мира наши юные звездочки. Трехкратная чемпионка России Дарина Сотникова и тренирующаяся под руководством Алексея Мишина Елизавета Туктамышева, которая в прошлом году была в финале Гран-при. Ну и еще много-много различных событий произошло в межсезонье, о которых будет оказия. Безусловно, поговорим. Благо, сезон предстоит длинный, и он уже начался. Этот сезон начинается, как и в прошлом году, этапом Гран-при Соединенных Штатов Америки. Во всех четырех видах, разумеется, есть представители нашей страны. В частности, уже начали соревноваться спортивные пары и мужчины. И, на мой взгляд, очень неожиданные результаты поджидали поклонников фигурного катания в мужской части соревнований. Если даже несмотря на не самый удачный прокат для себя у парников, мы все же ожидали, что без проблем добьются победы, во всяком случае в короткой программе без проблем, Татьяна Волсожар и Максим Траньков, то что касается мужской части соревнований, то тут возникли некоторые сложности у таких титулованных спортсменов, как чехи, к примеру. Михаил Бжезина занял после короткой программы лишь 6-е место, непривычно низкое для себя. Ну а Томаш Вернер и вовсе провалился в самый низ списка. Лишь только 9-я позиция из 10 участников. Согласитесь, для Вернера это все-таки не та позиция, на которой он привык находиться. Ну а что касается победителей, то лучшими в короткой программе у мужчин стали два представителя страны восходящего солнца. Это Юзуру Ханьо, совсем юный спортсмен, и Токаки Кадзука. Оба этих фигуриста уже успели зарекомендовать себя как претенденты на медали на любом соревновании, в котором они принимают участие. Ну и что касается итогового результата, то, конечно, совершенно сумасшедшую сумму показал Юзуру Ханьо. 95,7 балла. Если я ничего не путаю, но, безусловно, будет возможность проверить, это лучший результат за короткую программу во все времена. С начала того, как были введены новые правила в фигурном катании, то есть после сезона 2002 года. И это, согласитесь, некоторая неожиданность. Дело в том, что сезон только начинается, и, как принято считать, в начале еще никто не раскрывает карты на 100%, и вряд ли можно ожидать от кого-то 100% готовности уже в октябре месяце. Но Ханью впечатлил, Ханью очень понравился, и итоговая сумма 95,7 балла на 0,05 больше, чем предыдущее высшее мировое достижение у мужчин 95,2. Насколько я понимаю, оно было установлено несколько раньше. Но в любом случае, я говорю, это будет оказия. Чуть-чуть попозже уточним. Ну а сейчас начинают соревноваться женщины. И тут, конечно, в первую очередь нас с вами интересует вторая разминка. Всего 10 спортсменок принимают участие в соревнованиях на первом этапе Гран-при сезона 2012-2013 годов. Ну и сегодня в самом конце списка находятся наши спортсменки. Аделина Сотникова, уже успевшая засветиться в прошлом сезоне на Гран-при России в Москве. На Ходынке она была не просто одной из участниц, она была, во-первых, лицом соревнований, во-вторых, она продемонстрировала феноменальное катание уже тогда. Ну а сейчас похоже, что Сотникова подходит к сезону в лучшей форме среди кого бы то ни было, во всяком случае, на открытых прокатах сборной страны. Именно о Сотниковой на протяжении 4 дней больше остальных говорили болельщики и специалисты. Я, честно признаюсь, на прокатах был далеко не на всех, но вот Аделину как раз-таки вживую увидеть и не успел, но, безусловно, верю тем,
кто говорит о том, что она прекрасно готова к сезону. Ну и самый последний сегодня на лед выйдет Алена Леонова. У нее случилась небольшая неприятность перед вылетом на эти соревнования. Она опоздала на самолет, но вылетела на следующий день и благополучно добралась до Сиэтла. Это самый-самый запад Соединенных Штатов Америки, самый северо-запад, я бы даже сказал, где-то на границе с Канадой. Пожалуй, самый близкий крупный город к Сиэтлу, который расположен неподалеку, это Ванкувер, он уже находится на территории Канады. В общем, что касается разницы в часовых поясах между Россией и местом проведения сегодняшних соревнований, то она существенная, едва ли не самая большая, если судить по глобусу. Ну вот и посмотрим, как к этой разнице в часовых поясах приноровятся и наши спортсменки, ну и иностранные девушки тоже. В первой части разминки сегодня выступают две американские спортсменки, Рэйчел Флатт и Кристина Гао, соответственно, но и далее по списку в том порядке, в котором они будут выступать. Сегодня мы с вами увидим Сару Хекен из Германии, Валентину Марке, итальянку, и Май Беренис Мейте, представляющую Францию. А уже во второй разминке, принято считать, что вторая разминка — это разминка сильнейших, будет японка Харука Имай, американка Эшли Вагнер, Адалина Сотникова, восьмой стартовый номер, Виктория Хельгисон из Швеции и Алена Леонова. Вообще, спортсменки отмечали, что не слишком удобное расписание тренировок на этом этапе гран-при. Между тренировками и соревнованиями проходит всего только 2 часа. То есть, по большому счету, не толком размяться, не толком восстановиться. В общем, не лучше расписание тренировок. Но в любом случае, не нам с вами судить. Судить участникам и организаторам соответственно. Я напомню, что спортсменки принимают участие в двух этапах гран-при. Ну и по итогам выступления на этих двух этапах в итоге отбираются лучшие из лучших, которые и попадают в финал гран-при, который в нынешнем сезоне состоится на совершенно новом дворце в Олимпийском Сочи. Уже там прошли соревнования на Кубок Федерации, и те, кто успел там побывать, исключительно в восторженных тонах отзываются о, собственно, арене для соревнований. Но для тех, кто в декабре прибудет в Сочи, все будет видно, все будет возможно сделать выводы на основании собственных впечатлений. Ну а пока давайте смотреть, за американкой Рэйчел Флатт, которая открывает серию гран-при сезона 2012-2013 годов. Thank you.
Вторая часть программы у Флэт получилась значительно интереснее, чем первая. Очень неудачное начало. И на Луц проблемы, и в том, что касается каскада, тоже тяжеловато выглядела эта американская спортсменка. В общем и целом, прямо скажу, неубедительным получилось это выступление американской фигуристки. То ли сказался первый стартовый номер, то ли, может быть, действительно еще только-только входит в сезон Рэйчел, а только выступление ее не убедило в том, что спортсменка готова бороться за высокие места, ну, не только в нынешнем сезоне, а во всяком случае на текущем старте. Может быть, в произвольной программе будет получше. Только так, вот флип остался одиночным. Ну и каскад Ридбергер Тулуп тоже, видите, и невысоко, и второй прыжок только двойной, но аксель уже немножко получше. А так, в общем и целом, конечно, и катание не слишком скоростное, и общее впечатление, прямо скажем, неубедительно для такой спортсменки, как Флэт, которая, безусловно, не против претендовать на высокие места. Ну, последние годы не все далеко удавалось Флэт. В всяком случае, своего пика, которого она добилась на стыке сезона 2008-2009 годов, с тех пор она не уходила никогда на уровень, на котором была 4 сезона назад. Тем не менее, первые оценки американки, ну, прямо скажем, оценки невысоки. 43,72 балла – это ее результат. Ну, если говорить о потенциале Флэт, то достаточно сказать о том, что ее личный рекорд отстоит от этой суммы на 22 балла. Ну, а личным рекордом для Рэйчел стало выступление на Олимпийском Ванкувере, когда она набрала 64,64. Вновь взрываются американские трибуны. Дело в том, что еще одна представительница Соединенных Штатов Америки появляется на льду. Это 18-летняя Кристина Гао. И для нее вот это выступление на этапе Гран-при – это серьезное такое испытание. Дело в том, что раньше Гао выступала исключительно на юниорском уровне, но вот теперь пора выходить и на взрослые соревнования.
совсем иное впечатление оставляет Гао по сравнению со своей соотечественницей. Ну и тут я внесу небольшую поправочку, как в собственную речь, как и дабы вас не вводить в заблуждение. По большей части выступала в прошлом по юниорам Кристина Гао, но на взрослых этапах гран-при в прошлом сезоне тоже мы ее видели, в частности в Москве, во дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынском поле и на Кубке Китая. Любопытно, что оба раза выступление Кристины совпало с выступлением Мадалины Сотниковой, но россиянка не в пример соперницы выступила значительно лучше. Если в Москве Гао откровенно не справилась с программой, заняла 10-е место из 10 участниц как в короткой, так и в произвольной программе, ну и по сумме, разумеется, тоже была 10-й, то в Китае она уже значительно интереснее смотрелась, заняла 5-е место по сумме, причем в произвольной программе показала 4-й результат. Но Сотникова оба раза была выше американки, оба раза была 3-й, однако же этого не хватило для того, чтобы пробиться в финал гран-при. Надеемся, в нынешнем сезоне Аделина исправится, хотя надеяться можно на огромное количество российских девушек, уж с кем, а с талантливыми спортсменками у нас в настоящий момент нет ни малейших проблем. В частности, некоторые из них вынуждены перебираться, меняя спортивное гражданство, в другие фигурные федерации. В частности, вот пришла информация о том, что якобы собирается выступать за Швейцарию Анна Овчарова. Я вот не могу сейчас сказать, подтвердилась ли эта информация или нет, но другое дело, что такая информация появлялась. Ну и о том, какие злоключения сейчас у Любови Илюшечкиной, которая рассталась со своим партнером Надарьей Майсурадзе, об этом вы, наверное, тоже уже слышали. Впрочем, об этом во время соревнований спортивных пар. Сейчас мы смотрим за оценками Кристины Гао. Разумеется, они значительно выше, чем у Рэйчел Флетт. 56,63 балла. 16 баллов разница между двумя американскими спортсменками. Но это еще не все с представительницами США. Во второй разминке выступает еще Эшли Вагнер. Она выступает как раз-таки прямо перед Аделиной Сотниковой. 56,63 – это результат Гао, которая, разумеется, выходит в лидер. По взрослым, кстати, по-моему, это у нее лучший результат. До этого больше она набирала только по юниору. Следующий появляется на льду Сара Хэкен, спортсменка, представляющая Мангейм, немка. Она еще моложе по сравнению с Рэйчел Флетт, но чуть-чуть постарше по сравнению с Кристиной Гао. Между ними она как раз по возрасту и находится. 1993 года. Немка, 19 лет, высокая, рослая, 170 сантиметров. Посмотрим, что она нам продемонстрирует в своей короткой программе. Thank you.
Это было выступление Сары Хеккен, немецкой спортсменки. Она уже не первый год выступает на высоком уровне, в частности, 3 чемпионата мира. Включая у этой девушки даже больше мировых первенств, чем европейских. Пропустила она первенство своей страны из-за травмы голеностопа в 2012 году, но до этого зато выиграла трижды национальный чемпионат Германии. Фактически также трехкратная чемпионка страны, как и Аделина Сотникова. Но мы-то на Аделину значительно больше надежд возлагаем, чем немцы на Хеккен. Хотя немцы могут, конечно, тоже возлагать все, что угодно на плечи этой хрупкой спортсменки. Однако же понятно, что потенциал у нее по сравнению с Аделиной не настолько высок. Полностью перекроила свою программу по сравнению с тем, что было заявлено Сара Хеккен. Сначала поставила каскад, потом одиночный прыжок с дорожки шагов, потом и аксель в конце концов. Я думаю, что оценки будут не слишком высокие. Во всяком случае, очевидно, что до Гао она не дотянется. Хотя для Гао судьи и поприжали немножечко то, что касается компонентов программы. Гао получила, ну, прямо скажем, не так много, как могла бы потенциально, но ей еще пока только предстоит завоевывать свое место под солнцем Международной федерации коврижного спорта и фигурного катания. 56-63, напомню, это результат американки. Ну и 48-11 результат Сары Хеккен. Как мы и предполагали, она располагается сейчас между двумя спортсменками из Соединенных Штатов. Но, впрочем, кто бы сомневался, выступление Гао все-таки было значительно более убедительным, ну и почище, разумеется, тоже. Валентина Маркей, одна из признанных красавиц международного фигурного движения, это если не брать, конечно, спортсменок из нашей страны, хотя со мной может кто угодно не согласиться, это исключительно ваше мнение. Валентина Маркей опытная спортсменка, она уже очень давно выступает на высоком уровне, но по большому счету ни разу не претендовала, чтобы допрыгнуть до каких-нибудь высот, по крайней мере до таких, на которых постоянно находится ее более титулованная, более известная соотечественница Каролина Костнер. Насколько я понимаю, Костнер все-таки не пропустит этот сезон. Очень бы хотелось, раз уж она осталась в большом спорте, чтобы она выступала и дальше, но решать опять-таки самой спортсменке, выступать ли на Олимпиаде, выступать ли только на Олимпиаде, или же еще и на соревнованиях текущего сезона. Пока смотрим за тем, что нам представляет Валентина Маркей. We'll be right back.
очень идет, на мой взгляд, звук кастаньет любой мелодии, которую катает Валентина Маркей. Но я тем временем немножко поправлюсь. Все-таки глянул статистику по ходу и обратил внимание, что подотстал слегка от жизни. Действительно, Гюдзуру Ханю в мужских соревнованиях установил новый мировой рекорд для короткой программы, но он опередил предыдущее мировое достижение не на 5 сотых, как я был объявил, а больше, чем на балл. Дело в том, что я спутал сумму 93.02. Теперь уже дважды экс-бывшее высшее мировое достижение для мужчин в короткой программе Патрика Чана с суммой 95.02. У Ханю, напомню, 95.07. Ну и опередил он теперь уже не только Чана, но еще и своего именитого соотечественника Дайсуке Такахаси, который на мировом командном первенстве в сезоне 2012 года обновил этот мировой рекорд до 94 баллов ровно. Ну а теперь под натиском более молодого спортсмена из страны восходящего солнца пало и это достижение. 95.07. Результат Ханю показан уже на самом старте Гран-при 2012-2013 годов. Ну еще чем интересен предстоящий сезон, помимо того, что произошли многочисленные изменения в правилах, в суть которых мы будем по ходу сезона углубляться. Еще также не будем забывать, что на Олимпиаде в 2014 году появится и пятый комплект наград для фигуристов, причем он будет разыгран первым. И комплект этот командный. Соревнования, причем по какому принципу они будут разыгрываться, пока еще до конца никто не понимает. Но, может быть, в Международном олимпийском комитете уже есть некая ясность, но до общества она пока эта ясность не доведена. Итак, оценки Валентины Маркеи. Она и Юко Сато, как я понимаю, сейчас находятся в Kiss&Cry-корнере. Ну что же, прекрасное выступление Валентины. 54 балла она получает. И совсем не намного отстает от Кристины Гау. Причем выступление Кристины-то было почище, на мой взгляд. Но Маркей получает очень даже приличные оценки. Смотрим, что там по технической и компонентной составляющей. По компонентам у Маркеи даже 0,02. Побольше, чем у американки. Но за технику Гау, разумеется, получила значительно выше. Ну а вот кто тоже будет брать в первую очередь с технической составляющей своей оценки, это совсем еще юная Майя Беренис Мейте, француженка. Только-только ей исполнилось 18 лет. Она берет мощью, напором, ярким таким катанием. Посмотрим, что получится на этот раз. Thank you.
не скажешь, довольна либо нет удовлетворена своим выступлением спортсменка, сохраняет она спокойное выражение лица, хотя вот сейчас, наконец, позволяет себе хоть немножечко, но улыбнуться. Но выступление действительно понравилось, во всяком случае, для начала сезона. Все-таки на него будем делать скидку все равно, в любом случае, потому что, как ни крути, а главные старты состоятся уже после новогодних и рождественских каникул. Хотя для нас с вами два главных старта пройдут еще в ноябре и декабре. Это, разумеется, московский этап гран-при, ну и, собственно, финал гран-при на новейшем льду в Олимпийском Сочи. Каскад, тройной тулуп, тройной тулуп. Луц, в общем-то, относительно чисто. И очень уверенный аксель 2,5. Пусть даже и приземление на зубец немножечко. Сотая балла, ну, включается в борьбу за текущее лидерство француженка. Она на 0,4 обходит Валентину Маркей и обосновывается на втором месте сразу вслед за Кристиной Гау. А мы тем временем смотрим за тем, как спортсменки готовятся к появлению на льду в своей короткой программе, но это спортсменки уже из сильнейшей разминки. Нас в первую очередь, безусловно, будет интересовать выступление двух россиянок, Адалины Сотниковой и Алены Леоновой, которым придется чуть-чуть подождать по сравнению с соперницами. У Сотниковой 8-й стартовый, то есть 3-й стартовый в этой разминке номер. Ну а Алена Леонова сегодня закроет короткую программу. Первый выступит в сильнейшей разминке Харука Имайя. И сразу представить, что вот эту японскую спортсменку я знаю хуже остальных, поэтому вместе с со многими, как я понимаю, буду смотреть с удвоенным интересом за представительницей страны восходящего солнца, потому что в том, что касается японцев в одиночном фигурном катании, это всегда неожиданность и это всегда интересно, и совершенно точно это всегда претензия на высокое место. Помимо этого, также мы сегодня увидим Эшли Вагнер и Викторию Хельгисон, но они знакомы все-таки любителям фигурного катания получше по сравнению с Харукой Имай. Ну, что можно сказать об Имай? Имай занимала на минувшем чемпионате своей страны 4-е место, в призы не попала, ну и, соответственно, пока еще не имеет медалей домашних соревнований. Смотрите, вот что мне подсказывает всевидящая всемирная электронная сеть, она показывает и подсказывает, что Харука Имай была на гран-при России в прошлом сезоне. А я вот, честно говоря, совсем не помню. Видимо, потому что работал на других видах, не на женщинах. И за нашими спортсменками следил только исключительно с точки зрения проката именно россиянок. Вот Леонову Сотниковой помню, Бирюкову помню. Помню, что совсем не впечатляюще выступила Рэйчел Флетт. И то только после того, как взглянул на итоговую табличку. А вот Имай и Гау как-то они у меня не отложились память. Ну, а это Адалина Сотникова. Вот о ней-то можно рассуждать сколько угодно. Россиянка, о которой говорят уже далеко не первый сезон, которая успела уже выиграть 3 чемпионата России на взрослом уровне, причем выиграть с очень приличными постановками в совершенно феноменальной компании. Вы, наверное, помните, если внимательно следили за чемпионатом России прошлого года, какой фантастический уровень конкуренции был в России
российском первенстве. И вот даже в нем Сотникова оказывалась сильнее остальных, что говорит в ее пользу в очередной только раз. Но что касается Сотниковой, мы никогда не сомневались в ее потенциале. И потому будем надеяться, что ей удастся и на взрослом уровне продемонстрировать все свое мастерство не только на этапах Гран-при, как в прошлом сезоне, но уже и на, возможно, подчеркиваю, чемпионатах Европы и мира в случае, если Аделина туда пробьется. Ну а кто ей может помешать попасть в число участниц чемпионатов Старого Света и планеты? В первую очередь, это вот как раз-таки одна из конкуренток. Это Алена Леонова, серебряный призер чемпионата мира прошлого сезона. До последнего, мы с вами признаемся, верили, что Алене удастся выиграть чемпионат планеты. Но все-таки после произвольной программы Каролины Костнер стало понятно, что Аленка не удержится на верхней ступеньке. Однако же то, что она стала первой в коротком и до последнего претендовал на золото, говорит о том, что Алена справилась с теми проблемами, которые ее периодически преследовали, и, несмотря ни на что, продолжает бороться с этим наступающим молодым поколением, которое не признает авторитетов. Ну и сама Алена Леонова тоже признавалась после того, как случилась некоторая неприятность у нее с опозданием на рейс с восточной части Соединенных Штатов Америки, где она тренировалась, на самый-самый запад, но, получив приказ на запад, она все-таки исполнила его со второй попытки и сумела добраться до Сиэтла. И похоже, что ее хорошего настроения не испортил этот неприятный, но все-таки не смертельный эпизод, согласитесь. Вообще, большинство фигуристов, ну, российских в первую очередь, которые находятся сейчас в Сиэтле, обращают внимание на невероятные красоты и пейзажи, которые преследуют их на северо-востоке Америки. Вот эта мягкая североамериканская осень, она очень нравится и Татьяне Волсожар с Максимом Траньковым, и Аделине Сотниковой, и Алене Леоновой. Некие аккаунты в социальных сетях, не так сложно это выяснить. Также Алена Леонова отмечала, что очень хороший лед в этом дворце, несмотря на то, что и сам дворец, и площадка несколько меньше привычного. Ну, если здесь играют хоккеисты, то ничего удивительного, что эта площадка соответствует североамериканским хоккейным стандартам, соответственно, немножечко короче и значительно уже должен быть этот каток по сравнению с более привычными для нас европейскими. Но в то же время ведь и этапы Гран-при США и Канады проходят далеко не первый сезон, и Алене Леоновой должно быть привычно выступать на небольших североамериканских площадках. Если она отметила, что тут некоторые отклонения от стандартов, то, наверное, так оно и есть. Ну, отмечу, конечно же, блестящее выступление в первой части программы еще одного россиянина, о котором я пока еще не упомянул, в мужских соревнованиях. Здорово начал свою короткую программу Константин Меньшов, прекрасно исполнил и первый прыжок, и каскад, включающий в себя четверной. Первый прыжок — это тройной аксель, разумеется, на плюсы выполнил Меньшов. Каскад вообще исключительно двойки ставили арбитры, а потом, откуда ни возьмись, взялся двойной лутц вместо тройного, что несколько смазало впечатление. Но, в общем и целом, за тремя японцами и Эбботом расположился Меньшов, который по началу этого сезона демонстрирует очень приличную форму. Будем рассчитывать, что наш уже не совсем юный спортсмен продолжит выступать на должном уровне и впоследствии, в частности, на этапе Гран-при в Москве. Ну а пока будем следить за женскими соревнованиями. Короткую программу представляет нам японка Харука Имаи. И, как вы, я думаю, уже обратили внимание, ее на лед тоже выводит Юка Сата, которую мы сегодня уже видели у бортика.
Ну вот что хочу отметить по окончании выступления Харуки Имаи. Я, честно говоря, по разминке ожидал несколько большего от этой девушки. Но так получилось, что то ли она не реализовала свой потенциал, то ли, может, я действительно желаемое выдавал за действительное, а только впечатление вышло не таким, которого я ждал. Честно говоря, мне виделось, что это будет несколько более яркое выступление. Нет, все же пока склоняюсь к тому мнению, что и Имаи не готова вот на сегодня именно. Не говорю о том, что она не сможет выступить там, на следующем для себя этапе гран-при лучше. Нет, вот именно на сегодня, на 20 октября по североамериканскому, Харука Имаи все же не готова включиться в борьбу за самые высокие места на этом этапе гран-при. Азиаты, они, как правило, очень сдержанно реагируют как на удачи, так и на какие-то недоработки. Но сейчас мы видим по лицам и самой спортсменки, и Юки Сато, что немножко недовольны они тем, как откаталась спортсменка. Ну, прыжок еще 3-2, каскад, я имею в виду, это, конечно, тоже не добавит ей лишних баллов. Аксель не уверенно. Первый прыжок Сальхов, по-моему, это был тоже не очень уверенно. Ну, в общем, были помарочки, скажем так, пусть и без особой грязи, но и кристально чистым это выступление тоже не назовешь. Ну, а Юки Сато, такое впечатление, что и не меняется. Как выступала, вот выглядит по-прежнему точно так же. И 94-го года чемпионка мира Юки Сато. С ума сойти. Почти 20 лет прошло, а не кажется. 49 там с чем-то, я слышу, выставляет оценку арбитры. 49.04, что ли? Ну, что-то в таком духе. В общем, пока не слишком высоко. Автоматическое обновление интернет-позиции. Пока оно не осуществлено, но в случае, если там 49 с копейками, это четвертый результат, значит. Опережает Сару Хэкен и Рэчел Флетт, но проигрывает Гао, Мейте и Маркей. Еще одна американка. Эшли Вагнер на льду. Thank you.
Ну, тут, конечно, будут очень высокие оценки за компоненты. Вагнер все-таки, как ни крути, одна из претенденток на попадание в медали чемпионата планеты в минувшем сезоне. Хотя я, честно говоря, не очень понимаю, за счет чего, кроме внешних данных, американка претендует на высокие места. С техникой у нее, конечно же, простите покорнейше, с техникой у нее не то чтобы не очень, но все же техническая составляющая, базовая стоимость большинства элементов, в первую очередь самых высоко оцениваемых прыжковых, у нее по определению несколько ниже, чем у всего чемпионата России. Да, вот это, конечно, безумно красиво, и это сумасшедшие плюсы может пойти у арбитров, так же, как и чистейший аксель в 2,5, но в чемпионате России из 18 участниц 17 прыгают каскад 3-3. Ну и приземление на две ноги. Опять-таки обращаем внимание на правила. В правилах четко указано, что в нынешнем сезоне приземление на две ноги должно караться оценкой минус 3 от арбитров. Я не уверен, что Вагнер сейчас поставит минус 3. Но все-таки на родной земле и, пожалуй, единственная из американок по-настоящему реальная претендентка на попадание в тройку. Хотя Гао выступила отлично, и результат Гао по-прежнему лучше. Гао была, на мой взгляд, почище. У Вагнер, разумеется, будут выше компоненты. $49.90 тем временем у них. Ого! 60 с лишним ставят арбитры. Для старта сезона это очень хорошо, но с графикой очевидные проблемы у американских режиссеров трансляции. Очевидно одно. Эшли Вагнер выходит на первое место. Первый этап Гран-при сезона 2012-2013 годов. И я представляю вам с огромным удовольствием трехкратную чемпионку России, 16-летнюю Аделину Сотникову. С новыми программами. Это, конечно же, короткая. И сама спортсменка о своей короткой говорит, что в ней она немножечко высокомерна. Вот посмотрим, как выступит Аделина на первом этапе Гран-при для себя в нынешнем сезоне. Это уже не первый ее старт, но об этом чуть позже. Испанская тема, которая Сотникова тоже очень любит. Очень серьезная помарка. Вот это из серии того, что напортачил Меньшов. Короткой, только еще круче.
говоря, очень обидно, потому что выступление-то великолепное, и вот этот один единственный оборот на флипе, это очень много баллов. Сейчас срежет Аделине что-то, наверное, около 10. Ну, давайте вот возьмем сейчас тройной флип, это 5,3 по базе. Флип одинарный, это на 5 баллов меньше, плюс еще минус 3 оттуда. Ну, в общем, короче, ну, 5-6 баллов у себя Аделина вот этим неисполненным элементом, к сожалению, крадет в настоящий момент. Я сказал уже о том, что это не первый ее соревновательный старт нынешнего сезона. Спортсменка, которая тренируется у Елены Буяновой, или как мы ее часто называем, Елены Мударезовой по старой памяти, уже выступила на Небельхорн Трофи в немецком Оберсдорфе, где уступила канадке Кейтлин Осмонд. Вот это для меня тоже немножечко удивительно, потому что я совсем слабо представляю себе, что представляет из себя канадка Осмонд. Вот видим, вот такое впечатление, что засомневалась в последний момент Аделина, и в итоге флип-то и не получился. Программа, конечно, шикарная, все остальное исполнено на высочайшем уровне. Я думаю, что теперь уже должны быть и компоненты тоже очень высокими. Благо, Аделина уже знают в фигурно-катательном мире не только публика, но и арбитры, и специалисты. Так что сумма баллов, которую в итоге получила Эшли Вагнер, 60 и 61 балла, вряд ли она будет достижима с вот этим смазанным элементом. Но, в общем и целом, еще впереди произвольная программа, так что расстраиваться рано. Но теперь нужно понимать, что к Аделине будут подходить даже не по гамбургскому и не по оберсдорфскому счету каждый раз, а даже еще более круто. Но будем верить, будем надеяться и, разумеется, болеть за нашу спортсменку. Так, 58-93, это второй результат. Отставание от Вагнер меньше 2 баллов. Ничего страшного не произошло. Полный порядок у Аделины. Она пока вторая. Пока. Виктория Хельгисон на льду, шведская фигуристка, дробит, скажем так, русский блок на этапе Гран-при Соединенных Штатов Америки. Две россиянки вокруг Швеции, скажем так. Аделина Судникова выступила только что и закроет короткую программу сегодня Алена Леонова, серебряный призер чемпионата мира 2012. Ну, а я тем временем посмотрю, что же получилось Сотникова. Чуть-чуть проиграла она Вагнер и по технической составляющей, и по компонентам. Но по компонентам там отставание всего ничего. Буквально 4 десятые балла это, скажем так, не считается, потому что будь не сорван флип, и тогда бы вообще проблем никаких не возникло. Еще мы и Вагнер на ее льду по компонентам перебили бы. А что касается техники, то тоже отставание балл и 0,2. Но не забываем, что у Сотниковой минус 2 оборота, плюс ко всему минусовые оценки от арбитров относительно базовой комплектации этой программы. Так что никаких проблем. Ага, у которой свою программу, к слову, исполнила чисто, Сотникова обошла на 2,3 балла. Хельгисон на льду. Поехали, по-моему, да, Ридбергер еще. Не может быть, там Ридбергер. Все. Ничего не говорил, смотрим. Ридбергер, да, действительно, по-моему, тоже нормально.
Любят сестер Хельгесен по всей планете. Но вот сказать, что они часто радуют своих почитателей, все же нельзя. Все-таки далеко не всегда они занимают те места, на которые могли бы претендовать. Ну а с подросшим уже российским поколением фигуристок это будет делать сестричкам Хельгесен сложнее еще и на европейском уровне, где они худо-бедно выступали неплохо. Ну, не знаю, тут засчитают недокрут, либо 3-2 поставят, тут вопрос, нужно смотреть. Так, Ридбергер 2 совершенно точно, причем еще и на минус 1 как минимум, а то и на минус 2. Ну, Аксель неплохо. В общем, Хельгесен Сотниковой, я думаю, с таким прокатом все одно не конкурентка. А в настоящий момент табличка у нас выглядит следующим образом. Вагнер на первой позиции 60 и 61 сотая балла. Сотникова меньше, чем в 2 баллах вслед за ней. И еще 2 с лишним балла Аделине проигрывает Кристина Гал. Впереди же выступление Алены Леоновой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестикратная чемпионка страны и Виктория Хельгесен в Швеции. В прошлом году на Skate America на этом же этапе гран-при стала первой шведкой, которая выиграла медаль. На этапе гран-при, в принципе. Третья она была. Так, 50-29, ну это уже кое-что, это уже похоже на то, на что накатал сегодня Хельгесен. И, соответственно, диспозиция выглядит сейчас следующим образом. США, Россия, США, и очень многое зависит от того, как откатает Алена Леонова, которая и закроет сегодня короткую программу. Серебро чемпионата мира 2012. Алена Леонова, Россия, у которой есть еще за первенство мира и малая золотая медаль за победу в короткой программе. Новая короткая санкт-петербурженки, которая сейчас тренируется под руководством Николая Морозова, но не забывает и Аллу Пятову, про заключение, которое мы уже знаем, которое опоздало на самолет и прилетело в Сиэтл на сутки позже запланировано, но это нисколько не испортило живого, бодрого, хорошего настроения жизнерадостной спортсменки. Ой-ой-ой! И здесь тоже в тулупе бабочка. Да что же это такое, да, во втором прыжке в каскаде? Мор какой-то российских спортсменов. Не свалил, по счастью, пытается. Пришел в сотнику.
Мне показалось, что я немножко расстроилась. Спортсменка и выбила из колеи ее вот этот неудачный каскад. Во всяком случае, да-да-да, мы видим, что слезы наворачиваются на глаза у Алены. Ну, ничего, начало сезона, ничего страшного. В конце концов, это только короткая программа. И даже с вот этим не самым удачным выступлением можно будет претендовать на высокое место. Но единственное, что, похоже, становится понятным, после короткой программы таблицу возглавит все-таки американка. Все-таки Вагнер будет на первом месте, которая пусть и не самую сложную по базовым оценкам всех элементов, программу выполнила на очень чистом уровне. Прокат Вагнер был хорошим, ярким. Но единственное, что сложность у нее прыжковой части уступила российским спортсменкам, а вот россиянки не справились с исполнением. Ни Сотникова, ни Леона. Ну, чуть не плачет. Алена, да, конечно же, очень обидно. Смотрите, 3 плюс 1, да, так получается? Ну, совсем плохо. А флип еще 2. Ой, вот это другой уже разговор. Тогда действительно... Я как-то не обратил внимания. Аксель, правда, без вопросов, но... Ну... Теперь-то вот сложновато придется Алене. Жалко. Обидно. Очень хотелось бы увидеть максимальное представительство россиянок в финале Гран-при. А вот ошибки на этих этапах исправлять тоже некогда. Этапов всего 2. Конкуренция очень... высока. Но впереди еще произвольная программа, да и в конце концов нужно дождаться оценок Леоновой в настоящий момент, и уж точно не стоит ничего и ничем посыпать. Что у нас с вами? Ой-ой-ой, а вот теперь-то можно и задуматься о какой-то посыпке. Да, 46-72, Алена Леонова даже Сары Хеккин проигрывает. И вот это, конечно, будет... наверстать почти нереально. Обидно. Очень обидно. Очень обидно за Алену Леонову. Но мы будем изо всех сил за нее болеть на произвольной программе. И пожелаем ей всяческих успехов. И улучшить этот, конечно же, не ее результат. 46 с лишним баллов набирает Алена Леонова. И проигрывает больше 15 первому месту. Ну что же, Адалина Сотникова, тем не менее, на второй позиции после короткой программы. С двух сторон ее окружают американки. Ну, а Леонова может побороться еще в том числе и с Кристиной Гау. Та все-таки известна тем, что выступает нестабильно. Что касается Вагнера и Сотниковой, то вот их-то догнать будет как раз-таки сложновато. Но Леонову попробуем. Мы в это верим. Вот такие результаты. Меня зовут Александр Гришин. До скорой встречи на танцевальной программе.